Инфостоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте, с вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Грант более миллиона рублей исследования рязанского врача оценили на всероссийском уровне. С первых дней жизни, как прививки и скрининг помогают младенцам оставаться здоровыми. Коллега из-за рубежа, врач из Камеруна, лечит рязанских детей. Грант более миллиона рублей получил аспирант РИАСГМУ. Средства выделили на изучение тромбов в венах и написание диссертации. Владислав Поваров придумал, как в 3 раза чаще выявлять осложнения после установки кардиостимулятора. Владислав Поваров – молодой врач и аспирант. Ему удалось придумать, как улучшить лечение пациентов с нарушением ритма сердца, ведь им устанавливают искусственные водители ритма – электрокардиостимуляторы. В Рязанской области ежегодно проводят около 400 подобных операций. После них бывают осложнения. Это осложнения, связанные с развитием тромбов в венах и возможной угрозой развития тромбоэмболии легочной артерии, это жизнеугрожающее состояние. На самом деле, вот эта тема у этой категории пациентов, она освещена достаточно слабо, в связи с тем, что у них основное заболевание очень тяжелое, и им требуется операция, имплантация кардиостимулятора. И вот найти ту грань между пользой и риском всегда достаточно сложно. При этом тромбы в венах находят менее чем в 3% случаев. Болезнь протекает практически без симптомов, поэтому диагностировать ее крайне сложно. Как это сделать, придумал Владислав Поваров. Очень редко, кстати, используем анализ на уровень так называемого дедимера в крови, который показывает склонность пациента к тромбообразованию. То есть, если данный показатель соответствует высокому какому-либо уровню, то у пациентов после имплантации кардиостимулятора очень высокий риск возникновения тромботических осложнений. За данными пациентами назначают более строгий контроль, а также проводят дополнительные анализы. Изучать эту тему Владислав начал более 3 лет назад. Первые результаты появились через 1.5 года. Их сразу внедрили в рязанском кардиодиспансере. Сейчас тромбы в венах находят у 10% пациентов. Исследования аспиранта поддержали и на всероссийском уровне. Владислав выиграл грант в 1 200 000 рублей. Средства должны помочь ему подготовиться к защите диссертации. Грант рассчитан на 2 года. Да, это вот второй-третий год аспирантуры. Еще год дается на защиту. Большую часть денег сейчас мы потратим еще на приобретение дополнительного оборудования, дополнительных реактивов, чтобы что-то сделать еще больше, чем мы планировали в рамках диссертационного исследования. Стоит отметить, что на всероссийский грант было подано 10 000 заявок. Владислав – единственный рязанец, который его получил. В ближайшее время молодому человеку предстоит наметить новые вектора в научной работе, чтобы определить факторы риска и сопутствующие заболевания, которые могут привести к осложнениям. Ситуация стабильно высокая. Не снижается число молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, которые употребляют наркотики. Об этом рассказал врач-нарколог. Как наркотические вещества влияют на организм и что такое зависимость, выяснила наша съемочная группа. 60% всех наркоманов – это молодежь. По наблюдениям врачей, именно у юношей и девушек от 15 до 30 лет снижен инстинкт самосохранения. Принимать наркотики они начинают в компании просто из любопытства. Однако зависимость формируется быстро, причем как на физическом, так и на психологическом уровнях. Они воздействуют на различные рецепторы в мозге, и происходит выделение нейромедиаторов, нейротрансмиттеров. Там серотонина, дофамина, то есть обычно те, значит, вещества, которые выделяются у нормальных человека в нормальном состоянии, там, в случае радости, например, какой-то, да, человек получает какой-то там энергетический заряд, то есть получает удовольствие. Проблема в том, что больше радостные ощущения не повторятся, причем не только от употребления наркотика, но и в обычной повседневной жизни. Наркотическое вещество встраивается в метаболизм, обменные процессы организма. Из-за этого он больше не может вырабатывать гормоны счастья самостоятельно. Наркоман, среднестатистически, да, когда вот мы представляем себе наркоман на второй стадии, это человек, который не удовольствие получает при употреблении, а просто пытается свой мозг немножко расшевелить и вернуть в состояние в такое, в котором он может в мире находиться, то есть вот адекватно реагировать на окружающее. Потому что без этого состояния просто идет разбалансировка, значит, работы мозга, он не может воспринимать ничего нормально, то есть развивается абстинентный синдром. Стоит отметить, что принцип действия наркотиков общий, поэтому специалисты не делят их на легкие и тяжелые, ведь вред организму наносит каждый из них. Марихуана, соли или дизайнерские наркотики также опасны, как и героин. Они все произведены кустарно и не проходили клинических исследований. И человек, даже приобретая, например, там, какой
какую-то марихуану. Он считает, что это марихуана. На самом деле это какая-то, значит, что-то, какая-то растительная оболочка, там, пропитанная синтетическими наркотиками, неизвестно какими. И какой эффект от них будет, неизвестно. К тому же при употреблении наркотиков можно занести в организм инфекцию. Именно она часто становится причиной летальных исходов. Падает и качество жизни больных. Развивается острый психоз. Возникают зрительные и слуховые галлюцинации. Специалисты отмечают, что вылечить наркоманию можно. Для этого нужно изменить образ жизни и окружение, а также иметь большую силу воли. Ведь преодолеть физическую зависимость помогут медики, а психологические аспекты зависят от самого пациента. Ответственность для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, обсуждают в правительстве страны. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Новую редакцию административного кодекса чиновники готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Однако инициатива не нашла поддержки у экспертов. Для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее здоровый образ жизни. Напомним, что по статистике в России курят около 10% старшеклассников, в то время как в Великобритании этот показатель в 5 раз ниже. Выявить генетические заболевания можно с первых дней жизни. Для этого младенцам делают скрининг на самые популярные болезни. Помимо этого, проверяют работу органов слуха и делают первые прививки. Насколько это эффективно, расскажем далее. В первые сутки после рождения младенцам уже делают прививки. Их защищают от гепатита Б. Ведь эффективной терапии от него нет, поэтому вакцинация является единственным надежным способом защиты. Перед выпиской на 3-4 день жизни прививают от туберкулеза. Вакцина используется, так называемая БЦЖМ. Она модифицированная. Она защищает нас от туберкулеза. И очень важно, что наиболее тяжелые формы, это не 100% защита, но защита от самых тяжелых форм при применении вакцины БЦЖ, она, можно сказать, гарантируется. Стоит отметить, что большинство вакцин детям делают именно на первом году жизни в рамках национального календаря прививок. Считается, что это как с мышцами. Чем раньше начать тренировать, тем больше эффекта будет. Наша иммунная система, ее задача беречь наше внутреннее пространство от чужой генетической информации. И точно таким же образом, чем чаще иммунная система контактирует с антигенами, тем лучше она работает. Проверяют детей на наличие заболеваний, которые могут не проявляться в первые дни. Как правило, они носят врожденный или наследственный характер. Для их обнаружения проводят неонатальный скрининг – обследование на 5 заболеваний, среди которых нарушение обмена аминокислот и галактозы, работы щитовидной железы и надпочечников. При этом современная тенденция такова, что выписать ребенка стараются как можно раньше, поэтому не всегда проводят неонатальный скрининг в роддоме. Эту процедуру переносят в поликлинику. Очень важно помнить о том, что необходим контакт с участковым врачом и с патронажной медицинской сестрой в первые же дни после выписки, поскольку эффективность выявления нарушений наследственных заболеваний, она наиболее высока, если проводится в первую неделю жизни. В заключении делают аудиоскрининг, проверяют органы слуха ребенка. Стоит отметить, что такая ранняя диагностика позволяет уже с первых дней жизни начать лечить заболевание, а значит избежать серьезных последствий в будущем. Врач-педиатр из Камеруна работает в детской областной клинической больнице. О секретах профессии и отношении к маленьким пациентам он рассказал нашей съемочной группе. Игорь Тенкуа – врач-педиатр. Он работает в детской областной клинической больнице уже 2 года. Думал, дети будут его бояться, но они, наоборот, относятся с интересом и легко идут на контакт, так же, как и родители. Непривычно. Но особого стеснения как бы не испытываю. Вроде все нормально. Игорь приехал из Камеруна, учился в Рязанском медицинском университете. В ВДКБ проходил практику и захотел остаться. У него вся семья связана с медициной. Папа – лаборант, старший брат – гинеколог, младший – фармацевт. Оставалось лишь выбрать сферу по душе. С детьми более интересно, так как это будущее поколение. Мне всегда было жалко видеть, как дети страдают, и поэтому я всегда и хотел им помочь. И какой еще наилучший способ их помочь, если не в педиатрии? Игорь признается, что разницы между рязанскими и камерунскими детьми практически нет. Отличия заметны лишь в цвете кожи. У русских проще наблюдать такие болезни, как ветрянка, ведь сыпь на светлой коже заметнее, чем на смуглой. Не возникает и языковых границ.
эволюция в плане языка, в общем-то, она отсутствует, потому что он изначально хорошо разговаривал на русском, у него никаких коммуникативных проблем, а эволюция профессиональная. То есть, естественно, за эти годы он набирается профессиональных навыков, становится настоящим врачом приемного отделения, врачом-педиатром. У молодого педиатра есть и свои профессиональные хитрости. Коллеги признаются, что он знает много русских поговорок и отлично шутит. На прием Игорь обязательно берет верного друга Эмильена. Иногда дети, они иногда боятся врачей, и бывают такие случаи тогда, когда они такой врач никогда не видели, да, и они еще боятся, поэтому вот мы пытаемся их отвлечь вот таким, такой игрушкой, и это хорошо, очень хорошо срабатывает. Русский менталитет все же отличается от камерунского. Родители часто называют Игоря доктором Айболитом, однако о том, что это за персонаж, молодой педиатр не знает. Зато дети сразу успокаиваются и еще больше доверяют своему лечащему врачу. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире!